Как-то мне сказали, что кастинг-директора и режиссеры смотрят на визитки 3-5 секунд, а дальше неважно. Вот, время прошло. Эти 5 секунд. Здравствуйте. Казак Николай, заслуженный артист России, а также заслуженный артист Татарстана, 57 лет, служу в Центральном академическом театре Российской армии, снимаясь иногда в сериалах и в фильмах, более 130 проектах. Сыграл на сцене более 80 ролей, начиная от Древней Греции и современными какими-то постановками. Сейчас репетирую «Капитанскую дочку», пытаюсь что-то сделать с Емельяном Пугачевым. Вот, что еще. И я не вяжу пледы, к сожалению. Пытался, не получилось. Вот.